Быстро, но самое главное – качественно. Под таким неофициальным девизом на Тверском вагоностроительном заводе прошел традиционный конкурс «Лучший по профессии» среди электросварщиков на полуавтоматических машинах. Что интересно, среди участников были не только представители сильного пола. Подробности в нашем следующем материале. Наталья Чайка работает электросварщиком уже почти полтора десятка лет. Работу свою любит за целый ряд плюсов. Во-первых, это необычная такая профессия. Ну, требует больших навыков, конечно же. Мне интересно просто. Таких, как Наталья, в этот день собралось 16 человек, чтобы побороться за победу. Конкуренция здесь не шуточная, отмечают организаторы конкурса. У нас 923 человека на территории завода. Это разные производственные площадки по всему Тверскому вагоностроительному заводу, разные подразделения, поэтому конкурс достаточно такой сложный и чувство соперничества между производственными площадками, подразделениями достаточно серьезное. Условия соревнований достаточно жесткие. Сначала надо сдать экзамен на теорию, ответив на три десятка вопросов. За правильный ответ начисляется балл, за ошибку, наоборот, вычитается. Далее всех ждет самая сложная и ответственная часть – практика. Обварить деталь надо за довольно короткое время – 20 минут. Строгое жюри учитывает каждый нюанс. Все геометрические характеристики сварных швов, и качество выполнения образца, и режимы сварки. В общем, все вкупе важно. Мы все рассматриваем, все данные. И сводим это все в одну табличку и суммируем балл. Виталий Савченко впервые принял участие в этом конкурсе. Электросварщик с большим опытом, он отмечает, что с заданием здесь справится далеко не каждый. Трубу сварить вертикально, не переворачивая никак. Вот как она стоит, так ее нужно обварить. Это очень сложно. Профессионально его нужно варить. Победителя ждет не только почетный диплом, но и премии, а также поездки на аналогичные конкурсы федерального и даже международного уровня. Проверить себя может каждый. В том числе и кто еще только задумался над трудоустройством на ТВЗ. Тем более, что ввиду роста портфеля заказов, профессиональным электросварщикам здесь рады всегда.